Инвестиционный климат в Серпухове становится лучше. На улице Сиреневой рядом с Межевой ведется строительство уникального производства. Институт инженерной физики строит на муниципальной земле площадью более 3 гектаров научно-производственный и технологический комплекс кластерного типа на 300 рабочих мест. Производство позволит реализовывать ряд наукоемких технологий, наладить опытный и серийный выпуск инновационных разработок института для оборонно-промышленного комплекса и народного хозяйства. С момента закладки кластера с 8 июля этого года уже построена котельная и ведется активная работа по строительству административного здания и производственной зоны.